ржавы и мойву. Свежую, свежую мойву. Будет у нас подаваться нам в лаваше с майновым красным луком. Полчаса и блюдо мойва в лаваше готово, рассказывает шеф-повар Алексей Типков. Сытно, вкусно, а главное быстро. Однако в ресторанах подобное не приготовишь. А вот на фестивалях раскупают за считанные минуты, уверяет мужчина. Конкуренцию блюду составляет всеми любимая уха. У нас восточная уха с лососем, свежим сазаном. Только что пойманным. Буквально за час ушло свыше 70 порций. Каждый второй интересуется рецептом, отмечают повара. Однако секрета никакого нет. Овощи, рыба, специи, щепотка любви, а главное желание радовать окружающих. Приготовить все можно в домашних условиях. Вы знаете, уха очень вкусная на самом деле. Я первый раз пробую именно вот на улице. Мойва, конечно, не пробовала, пробовала моя мама, но в принципе все очень вкусно. Мне очень понравилось. Наваристая рыба, там семга и сазан, речная рыба. Еще за паэльей пойдем. Цены демократичны, нам очень нравится. Погода и настроение, соответственно. Еще один фаворит фестиваля – паэлья с морепродуктами. Испанское блюдо быстро покорило сердца жителей солнечной Валенсии, а после и россиян. В классический рецепт включаются на первый взгляд несочетаемые продукты. Однако вариаций блюда большое количество. Все на любителя. Иногда могут добавляться даже кролик и курица вместе с морепродуктами, даже свинина. Может быть исключительно мясо, а может быть исключительно морепродукты. Можно все даже перемешать, но обязательно... Добавление – это шафран, специи, очень дорогой. Рыба во время приготовления не должна развариваться, отмечают специалисты. А пикантный вкус блюда добавляет оливковое масло. Его повара используют в большом количестве. Поэтому королева испанского стола паэлья может невзначай отразиться на фигурах девушек. Однако радовать себя хотя бы изредка нужно, отмечают повара. Сегодня привычные для всех бургеры они приготовили с морепродуктами. Яблоки именно подчеркивают своей сладостью вкус краба. То есть очень хорошо сочетается с крабом. Треской мы увеличиваем, соответственно, вкус ложного краба, чтобы имитация перешла уже в более настоящий вкус. Животный мир моря и его многообразие во многом открыли благодаря рыбакам и уверяющих поварам. Появилось большое количество блюд из морепродуктов, а простое увлечение человека переросло в целую отрасль, а для многих в профессиональное занятие. Главное, чтобы оно не превратилось в риск для жизни. Марина Вахрушева, Роман Финин, телеканал «Эфир».